сказал Николай Егорович Жуковский, человек не имеет крыльев. Он 72 раза слабее птицы, но он полетит. Не опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Вот, так что мы все должны учиться не только у наших российских ученых. Они идут все всегда впереди. Они все делают для нас. Ну и хочу космической отрасли, да, пожелать, чтобы они как-то совершенствовались. Потому что у нас нет сигнала радио России. И радио России уже нет 12 лет, по-моему, да? Нет радиосигнала России. А это короткие волны и на коротких волнах. А это самые-самые удобные волны и самые дешевые. А это радио самое дешевое. А мы живем в лесу. Не все же в поселках живут или в городах. А раньше, до 12 лет, когда до 2011 года пока не выключили, да, у нас радио работало в России. И мы всегда, когда просыпались утром в 6 часов, мы знали гимн России. Он так хорошо звучал. И такой хороший этот гимн России. А сейчас мы уже забыли. А что такое патриотизм? Вы, наверное, сейчас, наверное, возглавляет Единая Россия, да? Вот им надо задуматься. И вообще всем, кто управляет Россией, им надо задуматься, что люди есть везде. И Россия очень огромная. И не только в поселках живут. И не надо... ну, может быть, это деньги. Хотят деньги. Только в интернет. Только... А при коммунистах, да, когда коммунистический строй был, там радио свободы не выключали. Там просто делали помехи. А вот сейчас радио свободы тоже выключили и перевели на средние волны. А средневолновую радио, да, найти невозможно. Сейчас невозможно. Тем более у нас. Средневолновую радио. Это специально сделали для того, чтобы средняя волна зимой еле-еле ловит, а летом совсем не ловит. Это сделано так. А все перевели в интернет и в это, говорят, цифровое радио. А где это цифровое радио? Нету. На днях Федор приехал в поселок Батагай-Лыта, и сегодня я обнаружила письмо, он же мне прислал письмо еще из Тюгесира по пути. Он ехал, добирался, ну, долго он добирался, в общем, из своего домика до поселка Батагай-Лыта, прислал письмо. И главное, что он просит передать всем, это свои две песни. Я их сейчас выложу еще в разделе сообщества. Вот письмо я вскрываю, не читала, но может быть оно... Здравствуй, Марина. Ну, ладно, я не буду читать это письмо, просто я хочу сказать, что Федор появился. Федя разрешил мне это письмо не то, что прочитать, а вообще поделиться со зрителями. Значит, решил написать письмо. Ко мне опять пришло вдохновение, с большим энтузиазмом написал песню «Снежинки», посвящена в поддержку российским спортсменам в зимней Олимпиаде 2022 года в городе Пекин. Марина, сходи, пожалуйста, в офис Олимпийского комитета России. Покажи песню и письмо. Надеюсь, им понравится песня. Идея, которую воплотить, очень просто. Идея заключается в том, чтобы сборную команду России называли командой «Снежинок». Надо вместе с детьми, например, из детского сада «Солнышко» или «Радуга», из бумажного листа ножницами вырезать снежинки. И пусть сами дети подарят эти снежинки спортсменам, участвующим в зимней Олимпиаде. Сделанные детьми бумажные снежинки станут для спортсменов памятными талисманами. Наверное, им вспомнится беззаботное детство, колыбельное, что пела нам мать, картинки в букваре, друзья, живущие в соседнем дворе. И песня «С чего начинается Родина», которая придает большую значимость, что им выпала честь представлять великую Россию. А высказанное к посланию Государственной Думе Медведевым лозунг «Россия вперед» воодушевит к спортивным достижениям «Быстрее, выше, сильнее, вместе».
Желаю спортсменам удачи и достойно выступить на зимней олимпиаде в городе Пекин. И вот эта песня «Снежинки». Сейчас Федя мне обещал ее послать, ну, спеть и по WhatsApp, он мне сейчас ее пошлет. Хочу сказать, что Федор приехал в поселок совсем недавно и вышел со мной на связь по WhatsApp, взял у знакомых телефон. И он мне сказал, что уже открылся зимник. Ну, ему уже, конечно, стало известно о том, что ему мы подарили все буран. Он всех очень благодарит. Ну, к сожалению, эта информация просочилась, и сюрприз не удался. Я же хотела к нему приехать и подарить его. Но зато, хорош подарок, хорошо яичко к Христову дню. Зима сейчас уже в разгаре, и можно уже ездить. Открылся зимник совсем недавно. Федя мне сказал, что первая машина уже пришла. Сейчас я занимаюсь отправкой, делаю все необходимые вещи, чтобы ему переправили буран, который сейчас в Якутске еще находится, ему переправили в поселок Батагай-Лыта. В этом мне помогают мои новые друзья из Якутска, туристы из команды «Пешики», Мария Устинова, вот главная там девушка, которая занимается этим делом. Так что сейчас, надеюсь, мы отправим буран к Феде, но он меня ждет весной, чтобы я приехала, и чтобы мы вместе поехали на рыбалку к оленеводам, ну и вообще к нему туда, где вот он живет, на озере Дейбалах. Не знаю, как это получится или нет, очень хочу, чтобы это все получилось. Что еще хотела сказать? Еще сегодня нашел, ведь к бурану обязательно нужны сани, прицеп. Он нашел там в поселке, у кого можно заказать. Сегодня я послала ему деньги на буран, 50 тысяч, и теперь у него будет прицеп к бурану. Деньги еще остались, не так много, но осталось. Я предложила Феде, вот все говорят, говорю, что все зрители, многие хотят, чтобы у тебя, Федя, был бур. Хороший бур, чтобы бурить лед. Он говорит, мне не надо бур, лучше вот привозить деньги, которые остались, это пойдет на бензин и на продукты. То есть он отказывается от бура, ну, я не знаю, вот хочет долбить так, как он всегда привык. Не знаю, как его убедить в обратном, что бур это было бы лучше. Вот так. Еще забыла добавить, что Федор хочет, чтобы у него на буране была надпись «Добро людей». Вот такая надпись. Мне очень понравилась. Я тоже, на самом деле, думала, какую-нибудь надпись ему на буран нарисовать. Но вот он сам придумал очень хорошее вот такое предложение. Не знаю, правда, как вот делать такую наклейку. Может быть, кто-то знает, как... Ну, какие-то специальные есть технологии. Не знаю, не просто краской нарисовать, а вот как-то это сделать красиво. Может, вот кто-то поможет с этим. Посвящена в поддержку российским спортсменам, участвующим в зимней олимпиаде 2022 года в городе Пекин. Хочу, чтобы эту песню спели на Олимпиаде или, зрители тоже, чтобы спели как в поддержку спортсменам. Гармонии с родной природой быть, край снегов всем сердцем полюбить. По заснеженным полям, по лесам и по долам, лыжный след уходит вдаль за горизонт. Снежинки гор, снежинки полей приветствуют команду снежинок гостей. Снежинки гор, снежинки полей приветствуют команду снежинок гостей. Повстречать богатый мир природы, ощутить дыхание весны, стремление к победам спортивных достижений, быстрее, выше, сильнее вместе. Снежинки гор, снежинки полей приветствуют команду снежинок гостей. Снежинки гор, снежинки полей приветствуют команду снежинок гостей. Всем дисциплинам зимних видов спорта пусть радует пушистый белый снег.
А равенство синоним пузорчатый кристалл. Пусть станет талисманом спортивных всех начал. Снежинки гор, снежинки полей приветствуют команду снежинок гостей. Снежинки гор, снежинки полей приветствуют команду снежинок гостей.